Во дворце спорта «Горняк» продолжается открытое первенство Кировского филиала акционерного общества «Апатит» по волейболу. Уже месяц 14 команд встречаются у сетки, чтобы выявить сильнейших и определить участников финала, тех, кто уже 23 мая сыграет в решающих поединках за право обладания почетным трофеем. Среди новичков турнира команды телесети филиала «Могу» в городе Апатиты. На поле по 6 игроков. Возраст участников от 18 лет и старше. Пол не имеет значения. В группах осталось сыграть 3 игры. Но уже выявлены лидеры, которые точно попадут в финал. Это апатитские команды «Локомотив» и «Ветераны». Финальные поединки начнутся 23 мая в 11 часов. Игроки ждут своих болельщиков. При посещении «Горняка» обязательно использование медицинской маски.